Среди тех, кто принимает участие в спецоперации в Донбассе, все больше людей, которые совсем недавно были далеки от военного дела. В военкоматы Ульяновска в последние месяцы обращаются многочисленные добровольцы, которые хотят участвовать в специальной военной операции. Среди них Валентин Наумов. Глава тимирязевского сельского поселения состоит в общественной организации «Боевое братство». Решение пойти добровольцем принял быстро. Нужно защищать родину. И у нас в районе, у тех ребят, у кого возникло желание помочь нашей армии и быть в составе добровольческого отряда для выполнения спецоперации, мы начали ребят приглашать, собирать. И таким образом у меня тоже возникло желание помочь, как говорится, нашей родине, посетить Украину. Но когда мы производили набор, получилось, что необходимо было поехать ранее. Поэтому мы уехали чуть раньше, чем наша основная группа. Могу сказать четко, что в организационном плане все хорошо, а именно достаточно обратиться в районный военкомат по месту прописки. Сразу объяснят, свяжутся с вами специалисты. Мы несколько человек небольшой группой посетили наш районный военкомат. Военком нас встречал сам, рассказал все условия, как говорится, и какие необходимые документы, они, их немного. Вот. Те, которые условия мы должны соблюсти, отсутствие судимости, например, да, состояние здоровья, возрастной ценз, все, других каких-либо замечаний нет. Сейчас действительно, когда мы даже при беседе с специалистами военкомата определили, какой перечень, а это всего лишь навсего медицинская справка от небольшого количества врачей, что имеешь возможность, как говорится, по состоянию здоровья осуществлять деятельность. Далее, перечень тех вещей, которые ты можешь взять с собой, он относительно, все зависит от индивидуальности. То есть можешь взять с собой и сапоги, и теплую одежду, но на самом деле при поступлении на службу нам все выдали. Выдали уже Министерство обороны, когда нас доставил наш военкомат областной, доставил автобусом до Ростова. Там мы поступили в часть, нам выдали абсолютно все. И зимний, и летний комплект одежды, да, и обувь. Далее уже нас занимались нашим обмундированием. Лично для меня могу сказать, когда заехали и следовали, так скажем, к точке нашего назначения, это состояние сел и деревень. Если честно, какое-то ощущение, что они остановились где-то до 2000 года. Это не касается, может быть, городов и этих не более крупных населенных пунктов, но действительно было такое ощущение. Очень много кто уже уехали в города, очень много кто, то есть отсутствие должных дорог или там еще что-то. Хотя люди сами стараются где-то все благоустроить, да, несмотря ни на что, и даже в настоящее время мы замечали, как они пытались сохранить цветники около домов и так далее. И это вот как раз бросалось в глаза. А вот то, что какая их жизнь, ну, они, конечно, немного отличаются образом жизни только в одном от нас, что у них есть вот это давление какое-то. Встречали большинство, встречали доброжелательно, по крайней мере, в Харьковской области, да. То, что есть люди, и они спокойно выражают свое мнение, мы об этом и говорили ребятам. Вот видите, вам за ваше мнение никто не высказывает. Да, зачем пришли, спрашивают, или есть такие люди. А те, кто нас поддерживал, они говорят, только давайте быстрее, потому что хочется мирно пожить, хочется наладить это все, и чтобы не было то, что было, да, когда принимают решение. Да, понятно, наши семьи могут быть и против, и это нормально. Но в первую очередь для себя надо определить, что это как раз не за себя и не для себя. У нас был очень хороший батюшка, который нас провожал, который сделал такую ремарку. Если вы поймете, что вы делаете не для себя, Бог будет с вами и поможет. С этим, если честно, шли, и действительно так и есть. Делать что-то лично для себя не стоит. Там надо помочь. В первую очередь мы помогали армии. Во вторую очередь, действительно, ну, это конкретная задача. А так каждый мужчина все-таки должен, тем более воин, за свою отчизну постоять.